Сахарный диабет – чума 21 века. Болезнь наступает неожиданно. У каждого пациента своя история. Одинцовским диабетикам действительно повезло. В их жизнь вместе с диагнозом вошла и Марина Семина, врач-эндокринолог. Несколько лет назад она открыла школу диабета, чтобы научить людей, страдающих этой сладкой болезнью, жить как все, не отказывая себе ни в чем. В основе обучение пациентов – это обучать навыками, которые они используют в практической жизни для того, чтобы быть компенсированными и трудоспособными на долгие годы. Ежегодно пациенты и врачи собираются вместе, чтобы обсудить актуальные проблемы в области борьбы с сахарным диабетом и просто пообщаться. Ведь для каждого это очень личная тема. Ученики школы диабета за эти годы стали родными для Марины Александровны. Они всегда приходят с цветами, стараются порадовать своего врача достижениями и успехами. Ну, слова огромной благодарности от главы района Андрея Робертовича Иванова. Действительно, приветствуется в нашем районе все самое нужное, все самое интересное, инновационное и доброе. Потому что такое отношение к жителям Одинцовского района округа, я уверен, что и наши соседи, Краснознаменск, Власик, стараются попасть вот к нам за наш такой красивый стол. Грамотный стол, здорового питания. Марина Мурашова, когда услышала о том, что у нее сахарный диабет, просто не знала, что делать, как дальше жить. Занятия в школе диабета вернули Марине радость и наслаждение. Она не отказывает себе ни в чем. Скажу честно, мне просто на момент, когда сказали, что у меня диабет, мне не хотелось жить, потому что я не знала, как жить. Я не знала, как мне существовать с моей семьей, потому что, понимаете, женщина, которая готовит еду на семью, как ей это делать? Тебе это нельзя, это нельзя, это нельзя, это нельзя. У нас как преподносят диабет, это все, тебе ничего нельзя. А оказывается, что тебе можно это все, но только в разумных пределах. В нашей стране мало школ диабета, но они необходимы, потому что людей с этим заболеванием с каждым днем становится больше, причем болезнь существенно помолодела. Активный образ жизни, правильное питание, плановое прохождение диспансеризации – секрет долголетия. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».